Скажите, что у вас произошло? Вам сюда попал град? Да, прямого попадания. Через крышу вышел вот сюда. Вы в тот момент были дома, когда это прилетело? Мы были за углом. В тот момент нам повезло. Контузия была у людей. Это вот у нас антенны полетели, все полетело полностью. Так расскажите, какая ситуация сейчас в поселке Октябрьский? Часто здесь бывают обстрелы? Как начинает темнеть, начинают стрелять.